Итак, дорогие друзья, 13-й бой нашего вечера. Легчайший вес, 2 раунда по 5 минут. Итак, боец в синем углу, знакомьтесь. Ему 18 лет, рост 1,68 сантиметров, вес 61 килограмм. Первый разряд по ММА, представляющий бойцовский клуб «Ахмат». Уважаемые дамы и господа, приветствуйте, Ехья Зухрираев! И его соперник. Боец красного углу, ему 19 лет, рост 1,70 сантиметров, вес 61 килограмм, представляющий бойцовский клуб «Ахмат», профессиональный рекорд, один бой, одна победа. Уважаемые дамы и господа, приветствуйте, Беслан Уцуев! И скажет нашего рефери. Раунд первый. Итак, уважаемые дамы и господа, рефери остановил бой на второй минуте 47 секунды первого раунда. И в этом бою удушающим приемом победу одержал представитель бойцовского клуба «Ахмат» Беслан Уцуев.